человеком будет вроде, а потом такая огромная группа, пока я не узнал, что зарядку они все группы делают вместе. А у него группа, действительно, вон девочка с ним занимается, видишь? Ты видишь Гарика? И группа действительно два человека, он третий в группе. И она прошлое все занятие, если ты видел, с ним была один на один. Но мы, ты понимаешь, мы с ним садимся и смотрим это видео, и мы проходим вот это упражнение, ты сделал так, а это не так. Он смотрит, то есть у нас это как процесс, он любит вечером, мы садимся перед нормально, и смотрим, это он сделал лучше, это полезно, вот здесь разбираем. Видишь, сам прыгнул в воду. Очки одеть. Вот так он смог плыть только к концу занятия. Сейчас видишь, в начале занятия. В начале первого урока он так делать не мог. Тест на наркотики, ну, провериться на наркотики. Я думаю, что я пройду. Да. Что там, волосы или все? Что ты имеешь в виду? А? Что про? Я не знаю, я когда приду, я узнаю. Сейчас посреди урока бежать. Так, в конце урока. Хочешь, иди сейчас, да, ты будешь посреди урока. Меня уже прогнали оттуда, я уже подходил, туда близко подходить нельзя. Я же стоял вначале там рядом. Прогнали меня, что я слишком близко стою. Он очки одел.
посмотрел, сказал, вау, как страшно, ужасно здесь пахнет. По всей видимости, они имеют кучу болячек, они стараются как-то... Немножко спрашивают, чего гормодала. Может быть, там и в форме есть такой вопрос, но вы, я даже не специально меня про него не спрашивали. Уроки. Уроки сделать. Я не знаю, будет ли у него силы. Это только сколько сейчас? 20 минут. Он делал зарядку, он делал упражнения и еще 40 минут плавать. Смотрел видео, там они, да, они делали, у него были вот ласты в тот раз. Ненадолго, но одевали ему. Когда мы записывались, было трое. Ну, было двое, Гарик сказали третий. В тот раз было... Да, она русская, да. Я не знаю, со всеми по-русски. Сколько у меня были занятия? Тоже час или полчаса? Час. Ну, ты вот ходил со мной в раздевалку, ты меня одевал, переодевал. Это был чуть старше. Был старше, да? Ну, вообще. Ну, Гарик, еще 6. Ну, что в таком же возрасте? Зима была очень холодная, это было в третьей бассейн. Очков. Очков
что она сегодня снимет с него эту синюю, эту оранжевую штуку. Я не знаю. Я поэтому ты сказал, что пока 2-3 раза в неделю очень тяжело ему. Пусть начнет один раз, он заболел второй раз еще. Пусть выдержит эту нагрузку, добавим еще один класс. Я думал, чтобы ты знал, куда водить, если я сейчас начну работать, чтобы ты мог его тоже водить. Я делал. Ну это со света, а это в одиночку без света и без меня. Ну, я думаю, разберешься. Он сейчас в ластах или без? Ну, очень быстро плавает.